Исакогорская детская библиотека предлагает принять участие в мастер-классе и изготовить своими руками семейный оберег, подкову. Еще в древности человеку было свойственно искать пути защиты себя в сложном и опасном мире. Люди верили, что существуют специально созданные природой и человеком вещи и предметы, которые могут охранять его. Оберег-подкова – очень интересный, красивый оберег. Издавна считалось найти подкову на счастье. В наше время вряд ли кому-либо повезет вдруг найти подкову. Поэтому сделаем подкову сами. Да не простую. Сделаем яркий, оригинальный оберег, который может стать великолепным подарком и украшением интерьера. Для мастер-класса понадобится гофрокартон, цветная бумага, джут, двухсторонний скотч, ручка или простой карандаш, ножницы, трафарет подковы, трафарет цветов, шерстяные нитки или сетка-паутинка, монетки, раскраска птицы, украшения. К небольшому куску гофркартона приложите трафарет подковы. Обведите с помощью ручки или простого карандаша. Вырежите с помощью ножниц. Основным средством склейки и прикрепления используем двусторонний скотч. В нижнюю часть ветви подковы приклейте небольшой кусочек, примерно 2 см, двустороннего скотча. Плотно придавливая джутовую нить, обматываем ветви подковы. Укладываем нить так, чтобы каждая ниточка прилегала плотно друг к другу. Таким образом обматываем ветви подковы до того места, где она уходит в дугу. Вместе самого полотна подковы нить укладываем следующим образом. Две нити ложатся рядом с друг другом, следующие две нити укладываются внахлёст во внутренней части дуги. В нижней части второй ветви подковы также приклеиваем двусторонний скотч. Таким образом плотно прикрепляем джутовую нить. Основа поделки готова. Приступаем к декорированию. Приложите трафарет цветов к цветной бумаге. Обведите с помощью ручки или простого карандаша. Вырежите. Цветок будет состоять из двух слоев. Вырежите серединку другого контрастного цвета. При помощи двухстороннего скотча приклейте цветок на заготовку. Раскрасьте птицу цветными карандашами. Мы сделали птичку-синичку, используя желтый, зеленый и синие цвета. Для птицы сделайте гнездо. Для этого используйте несколько коротких шерстяных ниточек, либо сетку-паутину. Для скрепления нитей или несколько слоев сетки-паутинки используйте двусторонний скотч.
Посадите птицу в гнездо. Используя двусторонний скотч, прикрепите птицу к ветви подковы. Монетки, которые у вас найдутся под рукой, прикрепите на другую ветвь подковы также с помощью двустороннего скотча. Для декорирования подковы можно использовать подручные материалы или использовать специальные украшения. Мы украсили подкову сердечками. Наш оберег готов. Птица – символ духовной жизни. Украшение сердечки – символ любви. Цветы – символ красоты. Монетки – символ богатства.